Такое наверняка бывало у многих. Вы подключаете зарядку к своему iPhone, а смартфон или ее не видит вовсе, или перестает видеть при первом же неловком движении. Пора собирать деньги на ремонт? Вовсе нет, в этом видео я расскажу, что можно с этим сделать. Вы на канале Яблок, меня зовут Никита. Давайте начнем. Прежде чем тратить огромное количество времени и денег на устранение проблемы зарядки iPhone, попробуйте очистить порт от всякой грязи и мусора. Правда, иногда причина проблемы очень быстро решается. Если вы носите свой смартфон в кармане штанов, куртки или рюкзака, то ваш зарядный порт забивается огромное количество грязи и мелких ворсинок. Они-то и мешают корректному подключению кабеля к смартфону, и от них нужно избавиться. Возьмите деревянную зубочистку и аккуратно вычистите накопившийся мусор из разъема Lightning. Лично я не рекомендую засовывать что-либо слишком твердое или острое в порт для зарядки. Там есть маленькие контакты, и чтобы не повредить их, лучше использовать зубочистку, она более гибкая и мягкая. Все делайте медленно и аккуратно, чтобы не привести к настоящему дорогостоящему ремонту. Выключите смартфон и вычистите всю грязь со стенок и уголков разъема. Не прикладывайте силу. Если вы чистите порт впервые, то будете удивлены количеством скопившейся грязи. После процедуры попробуйте подключить iPhone к зарядке. Гаджет должен заряжаться с первого раза, и кабель, возможно, даже будет выниматься с небольшим непривычным усилием. Это нормально. Я советую повторять чистку раз-два в месяц, чтобы избавляться от накопившегося мусора. Дело также может быть в неисправном зарядном устройстве или кабеле. Я советую использовать оригинальные аксессуары Apple или продукты известных надежных брендов. Такие есть даже на AliExpress, вроде Ugreen и Anker. Ссылки на те девайсы, которыми пользуюсь я, в описании видео. Советую вот такой блок на 100 Вт и такой прочный кабель. Пользуюсь больше года и никаких проблем. Попробуйте использовать другой блок зарядки и кабель, возможно, причина будет в них. И если всегда заряжали от порта компьютера, тоже попробуйте зарядить адаптером. Если и это не помогло, то тут остается только отнести смартфон в сервисный центр. Чаще всего из строя выходит либо батарея, либо контроллер питания. Спасибо, что посмотрели это видео, надеюсь, оно было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. До встречи!